Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в гонки Hill Climb Racing. И у нас куча денег. Наконец-то-таки мы насобирали кучу денег. Да. И это обозначает, что мы немножко сейчас поиграем, еще немножко пособираем. И мы будем сегодня открывать новый автомобильчик. Да. Ну там не автомобиль даже больше, можно так сказать, сани, какие-то там сани. А напоследок, на остатки денег, мы будем прокачивать вот эту маленькую синенький автомобильчик. Да-да-да. Мы будем прокачивать не багги, а, господи. Вот этот раллийный автомобиль, называется раллийный, ну, как-то так, гоночный какой-то. Синенький этот автомобильчик будем прокачивать, ребятчики. Ой, а там, получается, мы сегодня откроем вездеход, машинка. Опа, только мне нужно еще немножко проездить. Здесь пособирать монетки. Да, у нас двойные монеты. Что нам позволит немножко подкопить денежек. Чтобы потом прокачать синенький автомобильчик. Ой-ой-ой. На багги у меня, к сожалению, не стоит магнит. Поэтому некоторые монеты мы пропускаем случайным образом. Так, вот здесь и берем. Хорошо. Все равно какой-то у меня стоит вопрос. Вот такая дилемма. Либо, может быть, багги допрокачивать. Либо синий автомобиль. Ну, синий автомобиль, он как бы достаточно таким мощнее, чем багги. Ну, а с другой стороны, ну, потратим. Так, тут автомобиль 70 тысяч стоит. Значит, а Science у меня где-то 67 тысяч. Да. Ну, если мы, конечно, не подкопим еще 3 тысячи здесь, то будет 70 тысяч. Потому что у меня, к сожалению, командных... Когда я в команде участвую, да, командные гонки вот эти всякие раз. Багги у меня не вытягивает. Вот. Встает вопрос, либо багги прокачивать дальше, либо уже прокачивать синенький автомобильчик. Ну, я думаю, синий буду прокачивать, потому что багги, он у меня постоянно вот так вот нос задирает. Мне это так бесит. Я не помню, с какого момента он так стал задирать, ну, вообще капец. Опа, 1500. Так, бензин взяли, отлично. Так, едем дальше. А, и еще, кстати, я говорил об этом, но еще могу сказать. А, вот я прохожу, допустим, да, наматываю эти километражи каждый день. Вот 1500 метров мы проехали. И там у нас есть сундук. У меня я, короче, команду создал, да, за 100... 100 монет от нас стоило. Ой, не 100 монет, а 100 кристаллов. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы вы меня все подписали сюда, в мою команду вступили. Сейчас я посмотрю, как ее вообще тут добавлять или что делать. Как сделать так, чтобы вы добавились туда. Чтобы вы у меня, ребятушки, тоже играли со мной. В моей команде. И вместе мы будем наматывать километраж и, естественно, зарабатывать монетки. Это было бы очень здорово, очень классно для прокачки. Потому что прокачивать Hill Climb Racing есть что? Машинки. И они очень дорого стоят. Поэтому постоянно нужна прокачка. Вот, смотри. Сколько мы уже проехали, а монеток-то собрали не особо-то и много. Так, вот еще монетки есть. Хорошо. Так, 138 тысяч у нас. Тик-тик-тик-тик, аккуратненько. О! Такс. Здесь сейчас... О, здесь много уже. А, да, где-то около 2000 метров, когда проезжаешь, 2 километра, и открывается очень много-много-много монеток. Ну, как бы они уже более-менее, там, по 5 монеток, а не по одной, как обычно. Вот. Был бы здесь еще магнит, я бы вот эти монетки некоторые не пропускал бы. Оп. Так, у нас бензин уже, да, заканчивается? О, сейчас пищать начнет. Ёлки-палки. Да. Вот у нас бензинчик. Ох ты, видал, сколько много пропустил монеток. Был бы магнит. Такого бы не случалось. Но магнита пока вообще в априори у меня на баге нет. Я не то, что у меня слота лишнего нету. Нет, просто тупо нету. Магнита. Не знаю, как его найти в сундуках. Получится или нет. Поэтому пока что на сегодняшний момент как-то так.
оп, 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 аккуратно, оп. Давай, тут сейчас еще возьмем. О, нет, бензин заканчивается. Вот, мы до него доедем, надеюсь. Давай, есть. Ух, доехали, здорово. Вообще мало монет, по идее, собрали, 139 тысяч. Ну, это как бы у меня было столько. Ой, ух ты, смотри, лежит, я смотрю, мешочек с деньгами. Ой, здорово. 240 монет, офигеть. Вот это уже, я понимаю, 240 монет мы собрали. Опа, смотри, сколько много монет мы могли потерять. Тик, поднимаемся. Так, бензин заканчивается, все, бежим. Быстрее. Новый рекорд, а в смысле, еще и рекорд побили? Да ну нафиг. Во. Теперь у нас будут мешочки с деньгами. Нифига, я сюда ни разу не доезжал. Офигеть, пошли звездочки у меня. Это круто. Это очень даже здорово. Нифига себе. В принципе, мне не сложно было сюда доехать, да? Офигеть. Рекорд я даже побил. Неожиданно так. Офигеть, 1800 монет. У меня уже теперь куча денег. О-о-о-о-о-о. Где бензин? Бензин, быстрее. Оп. Я слишком далеко уехал. Ах ты, черт. Ах, не получилось у нас. Ну, хоть сколько мы заработали. Хорошо. Эх. А, что у нас тут? Гонка небесная застава. Давайте поедем. На таком мотороллере. А, ну здесь я уже ездил. В принципе. Тут мне главное не шлепнуться головой. Да, транспорт нефти какой, ребята. Нефти. Такой слабенький транспорт. Кучу денег он стоил. Опа, чуть башку не стукнулся. Кучу денег он, к сожалению, стоил. Ух ты! Он мог назад просто-напросто упасть. И головой стукнуться сзади. Да. Ладно, будем аккуратненько ехать. Вот, монетки сейчас соберем. Опа, здесь можно немножко разогнаться, но особо тоже нельзя гнать. Стукнулись. Эх. На, гора. У нас есть... ну, давайте поедем на автобусе. В горной местности. Не знаю, далеко проедем или нет. Сейчас все будет отлетать от нашего автобуса, конечно. О, смотри, он как рассыпается потихонечку. Автобус, бедолашка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хоть магнитик есть у меня, то хорошо. Ну, давай. Да, выехали, нормально. Надо его, может быть, чуть-чуть прокачать. Хотя мы здесь дофига далеко проезжаем на автобусе. Вообще хорошо. Так, опа, аккуратно. Такой вот бедолашка автобус. Ну, давай. Ах, не хватает мощи в двигателе. А как я, интересно, проезжал столько много? 2000... 2700 мы проезжали. Как-то проезжали, слушай. Но все равно, конечно, прокачать автобус нужно. Двигатель ему. Слабоватый двигатель. Так, есть. Взяли мы сундучок. Одного пассажира потеряли, правда? Ну, не страшно. О, второго теряем. Сейчас третий. Третий вывалился. Едем уже сами. Как-то так едем. Но у нас уже сундучок первого уровня есть. Попробуем уровень второго заработать. Ух ты, отвалился полностью я нафиг. Офигеть. Так, здесь главное башку не стукнуться. Опа, на одном колесе едем. Офигеть. Так, 2,5 рублей, давай, спасибо. 5 монеток. Есть, второго уровня сундучок взяли. Нет, хорошо. Опа, здесь прыжок делаем. Здесь прыгаем. Оп. Давай, монетки, все, хорошо. Ой, монетка 5 рублей, давай. Ах, ты зараза. Смотрел на монетку 5 рублей.
И разбил все из-за этого.